Неизвестные поджигатели сожгли сегодня ночью приют псевдозоозащитницы Инны Родионовой. Об этом приюте, который многие называют фабрикой смерти, мы не раз уже рассказывали в нашем эфире. Там собак держали, как в тюрьме, в закрытых клетках. Животные там голодали и умирали от голода и холода. И вот ночью неизвестные мстители бросили в эти дома бутылки с зажигательной смесью, а клетки с животными раскрыли, чтобы собаки разбежались. Наша съемочная группа пришла в ужас от открывшихся зверств, от тех условий, в которых держали животных. Собаки были вынуждены поедать друг друга. Мы пытаемся отыскать и саму Инну Родионову, чтобы спросить ее обо всем произошедшем. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Че».